Саныч, ну, работаем вроде одинаково, а старший столяр ты. Это все потому, что ты политех закончил. Закончил бы я политех. О-хо-хо, можно было маркетинг в фабрике, воду продавали в кухне. Вот когда, зачем, вот это байга, после бурсы ты сейчас стоишь в столярном цехе и думаешь о том, что все лучше в политехе. Давай теперь посмотрим, так ли есть на самом деле, или тебе просто в политехе напи. Найми людей чуть больше, чем твоя семья, если вся семья отказалась от тебя. На их все, все программисты только что из бурс. Можешь не ходить и закончить третий курс. А если ты не ходишь, можешь лифт юзать. Минусов здесь нет, что еще сказать. Ты выбрал политех и поступил в УПИ. И сразу на клубнику, лучше не глупи. В политехе наркоманов, разумеется, нет. Только не смотри на химфакультет. Шутки — это все. Политех наш лучше всех. Потому что он политех. Поступать в политех или нет, ну ничего не понятно. Политех лучше всех, не лучше всех, ну не понятно. Включай заново.